Добрый день. Поздравляю с крупной победой. Наверное, это одна из самых крупных побед в истории и старого Реала, и нового Реала без капитана. Как игралась первую игру без капитана? Мы расстроены, что Миша нас покинул временно. Громче. Ну, игра получилась не сложной, но и не самой простой. По счету, конечно, это не скажешь, но мы забили просто все свои моменты, которые мы имели. Ну, не то, что в других играх. Сколько мы не забивали, сейчас, наверное, нам отдалось. Главное, в следующей игре нам подзабивать такие же моменты. Ясно. И вопрос, кто у вас теперь за капитана? Александр Ерёмин. Ясно. Спасибо большое. Удачи в следующем туре.